России и Казахстан имеют очень благоприятные условия для двустороннего сотрудничества именно в приграничной сфере. Этому способствует, во-первых, и самая протяженная непрерывная граница в мире – 7,5 тысяч километров, больше только у США и Канады, но с учетом Аляски. У нас же это 7,5 тысяч километров непрерывная граница. Во-вторых, высокая степень промышленной кооперации, заложенная еще в советский период, то есть промышленные индустриальные комплексы соседей изначально были завязаны, и цепочки производственные были отстроены так, что часть производства находилась с одной стороны границы, другая часть – другой, сырьевая база здесь, производство здесь. То есть такая взаимная увязка была обусловлена географическими, экономическими соображениями. Валовой региональный продукт казахстанских областей, которые примыкают к российской границе, составляет 40% от республиканского валового внутреннего продукта Казахстана. В отношении России здесь, конечно же, меньше, порядка 20% ВВП, но тоже это очень значимая сумма и тоже очень значимый объем. Экспорт из Казахстана составил более 6 миллиардов долларов, импорт 16, практически 17 миллиардов долларов. Показатели первого полугодия 2013 года также достаточно высокие, и отмечается положительная динамика в товарообороте на 10%. Доля России за первые 6 месяцев в торговле Казахстана, внешней торговле, составила 18,5%, а всего товарооборот за первые 6 месяцев составил 11,8 миллиардов долларов. За 2008 год Казахстан стал вторым по важности торговым агентом Свердловской области, заняв 11% внешнего оборота. И этот оборот в целом в денежном выражении составил 1,5 миллиарда долларов. При этом для России, для российской стороны важно, что на долю машины и оборудования пришлось практически треть этого торгового оборота. В 2009 году несколько снизился товарооборот ввиду экономического кризиса. Доля Казахстана составила 9% и почти 900 миллионов долларов. Челябинская область. Казахстан для Челябинской области является важнейшим торговым партнером и занимает практически четверть торгового оборота. В 2009 году объем составил 1,5 миллиарда долларов.